Пандемия коронавируса и введенные вследствие карантина меры благоприятно влияют на состояние экологии. Природа буквально восстанавливается без присутствия человека. Говорят, что в условиях самоизоляции людей на карантине в черте европейских городов стали появляться дикие животные и редкие птицы. А в Бендерах в гуще многоэтажек на Обаме поселились совы. Говорят, что в условиях самоизоляции людей на карантине в черте европейских городов стали появляться дикие животные и редкие птицы. А вот в Бендерах на Обаме совы живут уже давно. Вот, например, сова на территории 35-го детского сада. Возможно, это еще не взрослая птица. Она не спешит прятаться и при свете дня отдыхает в ветвях вишни. Ягоды ее вряд ли заинтересуют. Совы – хищники. А в темное время суток, когда активизируются грызуны, как раз наступит время охоты и трапезы. Выходит, что совы в микрорайонах города выполняют полезную миссию борьбы с вредителями.